Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Audi A8. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. На полу несколько кусков вибропласта по дверям. Смотрим, также небольшие квадраты вибропласта присутствуют. Багаж. На арках по небольшому квадрату, по багажнике практически голый металл. Владелец устраивает данную шумоизоляцию, готовим поверхности и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Audi A8, проклеен у нас пол в салоне, тщательно прокатываем валиком по багажнику, смотрим. Также проклеен пол, задние арки, крылья, тщательно прокатываем валиком. По дверям смотрим, если первый слой вибропласта, толщина его 3 миллиметра. Приступили наносить второй слой, это мембранная шумоизоляция интегром 6 миллиметров. Продолжаем наши работы. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на Audi A8. Проклеим у нас пол в багажнике, используя Vision 6 миллиметров. Мембранную шумоизоляцию наносим на задние арки. Пол в салоне. Используем блокшот, толщина его 7 мм. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт 2 мм. Четвертый заключительный слой мы клеим на дверные обшивки. Это у нас эксперт, толщина его 15 мм. Автомобиль готов, собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!